эту историю трудно забыть. Ко мне обратилась женщина с проблемой, за которой стояла настоящая драма. В тот день Елена вернулась домой позже, чем обычно. Петя! Я купила твой любимый виноград! Елена Добрынина, 28 лет, преподаватель английского языка в институте. Как Алёшка? Ничего хорошего. Петр Добрынин, 32 года, муж Елены, инженер. А ты что так поздно сегодня? Доктор был? Конечно. Опять выписал кучу лекарств. Я уже не знаю, где брать эти проклятые деньги. Елена понимала, что если муж обнаружит очередную покупку, будет грандиозный скандал. Так ты что здесь делаешь? Переодеваюсь. Ты с улицы обычно идешь на кухню, это закон. А закон ты нарушаешь только в одном случае. Петя, я тебя прошу, не надо. Так, понятно. Показывай, на что ты профукала деньги. Во-первых, я не профукала. Во-вторых, я преподаватель вуза и женщина, если ты женщина. Помнишь. Показывай покупки, женщина. Я считаю неприличным копаться в вещах друг друга. Тонкий аромат. Италия, Франция? Какая разница? Или любовник задарил? Ты что, меня подозреваешь? Так вот, дорогая моя, я ради твоего сына на панель не встану. Что значит ради моего? Ты мне зубы-то не заговаривай. Я работаю, помимо основной, еще на двух работах. А ты на своей работе гроши ломаные зарабатываешь. Петя, я тебя умоляю. Так, понятно. Мне все надоело. Я ухожу. Петечка, подожди, родненький. Я тебе покажу, почем фунт лиха. Петенька, ну подожди, Петя. Не смей выходить. Леха спит. Понимаете, у меня ушел муж. На самом деле ушел. Господи, до сих пор не могу поверить. Давно ушел? Уже неделя. Ну, неделя не такой уж большой срок, чтобы так относиться к этому драматично. Я слишком хорошо знаю своего мужа. И теперь как никогда понимаю, что я осталась совсем одна. Со смертельно больным ребенком на руках. Одной мне не справиться. Мне нужно во что бы то ни стало вернуть мужа. Неужели Петр ни разу не пришел? Ни разу. Я же говорю, что все очень серьезно. А вы говорили с ним после его ухода? Я даже не знаю, где он живет сейчас. Надо найти его, сходить на работу. Понимаете, я все думала, что, может быть, он как-то сам объявится, потому что Петр очень порядочный человек и всегда отличался настоящими мужскими поступками. Но время идет, его нет. В конце концов, он же должен понять, что не имеет права бросать жену с больным ребенком. Он же тоже должен быть уверен в том, что вы относитесь к нему не как к ломовой лошади, которая все время пашет, а как к любимому мужчине. Не знаю. Может быть... Елена шла домой после занятий, а у ее подъезда стоял молодой человек. Это был тот самый студент, которого сегодня она высмеяла на лекции, не допустив к экзамену. Не могу поверить, что такой шикарный женщина и неверный муж. Александр Прохоров, 22 года, студент. Или вы сами его поощряете? Что за хамство? Мерзавец. Ну куда же вы уходите? Неужели вам не интересно послушать про мужа? Послушайте, неужели из-за оценки, из-за такой малюсенькой детской обиды вы способны так легко чернить человека? Из-за оценки? Нет. Из-за того, что вы высмеяли меня сегодня перед всей аудиторией, а там, между прочим, девушки были. И что дальше? Не понял. Вот поэтому вы и не успеваете. Поэтому я вас и высмеяла за непонятливость, которая основывается на нежелании сосредоточиться. Зачем вы пришли? Вы не могли бы допустить меня до экзамена? Юноша, сначала мы хамим, потом мы унижаемся. Не стыдно, а? Просто мама переживает. Маму жалко. О, так раньше надо было думать. О допуске не может быть и речи. Послушайте, ну вы же мать! Ну вы же должны понять! Ну теперь понятно, почему от вас такой муж ушел. Елена заставляла себя повторять слова психоаналитика: «Надо сосредоточиться на сыне».
Но мысль о том, что Петр не просто ушел от нее, а бросил ради другой женщины, терзала. Извини, не привык звонить в двери собственного дома. Петя, а что ты ищешь? Только истерики, не надо. Квартира остается за тобой. А при чем здесь квартира? Петя! Петя, ну подожди! Я не пущу, у нас сын. Тихо ты. Лёшка спит, наверное. Мамаша. Вот ключи от твоей квартиры. Ты нас бросил из-за той и другой. Останься, поговорим. Пусти. Пусти. Петенька, ну пожалуйста, ну не уходи. Елена понимала, что теперь они с сыном могут рассчитывать только на нее. И подработка в дорогом ресторане оказалась очень кстати. Ба, какой пассаж. Что будете заказывать? Да что-то аппетит пропал, Елена Васильевна. Значит, ничего. Ну, постойте. Что за неуважение к клиенту, гарсон? Ну, потрудитесь принять заказ. Гарсон по-французски мальчик, неуч. Ну, какая мне разница, если вы официантка? То есть? Ну, а то и есть, что есть. Ладно, что мы будем есть? Понял. Нужно заказать здесь званый ужин на всю мою группу. Вы не подскажете, а где можно осуществить заказ? Александр. Вы помните, как меня зовут? Ну, благодарствую вам, Свет, Елена Васильевна. Да прекратите поясничать. Пожалуйста. Спасибо, прекратил. У меня возникли некоторые материальные трудности. Вы присаживайтесь. Гарсонам нельзя присаживаться за столик клиента. Проще говоря, я вас прошу, чтобы никто не узнал о том, что я здесь работаю. Молчание. Молчание – золото. А золото – это не всегда бесплатно. Хорошо. Сколько? Деньги. Нет. С этим у меня проблем нет, а вот у вас, как вы только что признались, материальные трудности. Но цены я объявлю в дальнейшем. А сейчас я спешу на лекцию, опаздываю, сдать еду. Очень кушать хочется. Вас обслужит другой официант. Ну, а зря. Я не скуплюсь на чаевые. Мерзавец. Ну, так мне молчать или как? Да, молчать. Да. Да, это я. Елене позвонили из больницы. Ее сыну нужна была срочная и дорогостоящая операция. Да, я поняла. Завтра рано утром я буду у вас. Спасибо. Здравствуйте, Елена Васильевна. Великолепно выглядите при двух-то работах. Послушайте, что я должна сделать, чтобы эта тема была закрыта раз и навсегда? Ну, я думаю, пятерки в диплом и допуска до экзамена будет вполне достаточно. И тема закрыта? Конечно. Договорились. А, еще я к вам на чай собираюсь. Да, так мы на двойную цену претендуем. И пятерка, и чай. Ну, я бы очень хотел пятерку. Окей. Петя. Петя родненький вернулся. С чего бы? Что с Лешей? Лешке нужна операция. Так. Ну что ж, рано или поздно это должно было случиться. Петенька, мне одну не потянуть, я и так на двух работах. Так, понятно, я пришел за зимними вещами. Но сейчас же весна! Вот именно. Петя, ну неужели ты от нас навсегда? В общем, собери мне зимние вещи в сумку, я в следующий раз зайду. А, у тебя же теперь забота о новой семье, да? Предположим. И что? Петенька. Но не старую семью разрушил не я, а ты. Петенька, ну пожалуйста. Ну, ради сына, ну, помоги нам найти нужную сумму. Ах, сколько пафоса. Я всегда знал, что я тебе не интересен. Но это же неправда. Тебе нужны только деньги. Да не мне, а Лёше. Алёшке? Я не хотел с тобой говорить на эту тему, но ты меня достала своим лицемерием. Я не верю, что Лёшка мой сын. Что ты несешь? Пока.
покраснела, значит, правда. А меня достали мои друзья, которые мне говорят, что сынуля на меня не похож. А что же ты слушаешь всякую чушь? В общем так, докажи, что Леха мой сын, и тогда получишь деньги. Это как? Все просто. Анализ ДНК. Но это же низко. Зато справедливо. Узнаю, что Леха не мой, не получишь ни копейки. И вообще, я тебя не люблю. Слушай, Леха не твой сын. Что? Что слышал? Я сказала, Леха не твой сын, а теперь убирайся отсюда, нам от тебя ничего не надо. Убить тебя мало. Баба проклятая. Елена не ожидала от себя этого откровения. И сейчас ей стало по-настоящему страшно остаться одной. После очередного скандала от Елены, преподавателя в вузе, уходит муж Петр. Поводом стала покупка дорогих духов. Петр на эти деньги предпочел бы купить очередную дозу лекарства для больного сына. Оставшись одна, Елена просит о помощи Петра. Он требует доказать, что Леша – его сын. Елена признается, что подозрения мужа не напрасны. Проблемы в семье чередуются неприятностями на работе. Елену преследует студент Александр. Знаете, дело в том, что Алеша действительно не родной сын Петру. Родной отец погиб в автокатастрофе. Хотя это уже не имеет никакого значения, и я позже поняла, что даже полюбить-то не успела. Но Петр растил ребенка, он его отец. Да. Он любил Алешку больше, чем меня. Уж я-то это знаю. Он любил и вас. Но со временем у него появилось ощущение, что вы интересуетесь им как источником дохода. Но мужчина должен содержать семью. Мужчина в большей степени и в первую очередь привязан к женщине, и только во вторую очередь к ребенку. И что вы предлагаете? Вы ведь не позвали его к себе, как любимого мужчину. Но мне же сейчас не до чувств. Мой ребенок смертельно болен, и ему нужна платная операция. Лен, вы попросили денег, но не позвали его самого. Да, верно. Нет, Петр мне нужен, как любимый мужчина, очень нужен. Но он не простит мне ложь. Он мне уже сказал, что не любит меня. Уже поздно. Простите за банальность, но поздно не бывает. Бывает никогда. Необходимо найти слова, силы для душевного разговора, чтобы восстановить контакты с любимым человеком. Здравствуйте, Елена Васильевна. Послушайте, вы допущены к экзамену. Что еще? Допущен? Жаль. Я просто решил выбрать чашку чая. Не понимаю. Ну, помните, вы мне сами сказали, что и чай, и пятерка на двойную цену претендуете. Ну, в общем, не нужна мне пятерка, Лена Васильевна. Я... Не нужна. Послушайте, Саша, вы или невероятное хамло, или полный кретин. И в том, и в другом случае видеть вас внука. Лена Васильевна, простите меня, но да, у меня действительно такая натура. Меня несет как мусор просто по ветру. Я сначала ляпну, сделаю, а потом жалею. Ну, простите, мне не нужна оценка. Нет, то есть мне нужна оценка, но я лучше сам ее заработаю. Хочется верить. Постойте, Лена Васильевна. Послушайте, Александр, я вам сейчас скажу, и вы меня поймете. Вы поймете, что мне сейчас ни до кого нет дела, потому что мой сын при смерти. Ему никак не могут найти донора, и мне плевать на весь мир. На следующий день неожиданно для Елены пришел Петр. Вот, возьми деньги Лехе на операцию. Откуда у тебя деньги? Дом отцовский продал. Ты же не хотел. Ну, нефтяной скважины у меня нет. Пойду. Петенька, спасибо. Да ладно. Ты держи меня в курсе насчет Лехи. Он мне все-таки не чужой. Конечно. Сын. Ладно. Елена почувствовала такое невероятное счастье, какого не испытывала никогда. Ей хотелось выбежать на улицу и кричать всем прохожим: «Вот какой у меня удивительный, замечательный муж». Я была в больнице,
Осталось только найти донора, а деньги принес Петр. Ну вот видите. Я полная дура, что сказала ему правду о том, что Алешка не родной сын. Петр самый настоящий отец. Лен, между близкими людьми не должно быть тайн подобного рода. Мне иногда кажется, что я его недостойна. Лен, вы достойны. Дайте ему время пережить эту новость и принять решение о возвращении. Помогите ему. Вы посмотрите, как он мечется все время. Да, ему дорог Леша, но вы дороже всех. Опять вы? Лена Васильевна, я был в больнице, я все узнал о вашем сыне, у него лейкемия. Ему нужна пересадка костного мозга. Донором буду я уже сдал все нужные анализы. Но единственное, чего я боюсь, это переливание крови. Ну, за такую услугу я не смогу с вами рассчитаться. Перестаньте издеваться. Извините. Просто донора уже нашли, меня с ним даже познакомили. И я действительно не понимаю, зачем вам все это нужно. Нет, вы все прекрасно понимаете. А, вы насчет сделки в ресторане. Так я же вам пятерку уже поставила. Хотя ваш ответ был на 4 с минусом. И о моей работе никто не узнал. Спасибо. Так что я думаю, что мы больше можем не пересекаться. Я не за сделки. Мне стыдно за мое поведение с вами. И не из-за вашего сына я это делаю. Елена понимала, конечно, что студент просто чересчур увлекся преподавательницей. Ей это было приятно, но и только. Вот поджидал тебя, как когда-то. Помнишь? На ключи это твой дом. Это за деньги, что ли? Я хотела сказать, что я люблю тебя. Нет, я тебя обожаю. Ты самый лучший мужчина в мире. Простите, пожалуйста. Не туда попал. Всех благ. Забавная нынче молодежь. Лен, ты не веришь, что Леха не мой сын? Что? Да-да, просто не верь сама себе в этом деле. Леха мой. Наш. И баста. Вчера Алёше была сделана успешная операция. Елена и Петр по очереди дежурили у палаты сына. А сейчас Елена ждала неуемного Петра, который теребил весь медицинский персонал разными вопросами, связанными со здоровьем сына. Ну что, я все ответы получил на сегодня на свои вопросы. От тебя медики еще по углам не прячутся? Да что я, монстр какой, что ли? Я нормальный, адекватный папаша. Ну что, домой? Ой, домой, какое сладкое слово. Да, тут краем уха услышал. Наш донор при переливании крови заразился. Боже мой. И что теперь? Умирает парень. Подожди, какой парень? Мне же говорили, что это мужчина лет 40. Заменили в последний момент. Докторам виднее. Я был у него в палате. Лицо показалось знакомым. Не помню. Ладно, мне пора на работу. Я побежал. Да, позвони мне, ладно? Хорошо. Елена, преподаватель в ВУЗе, в очередной раз потратила деньги на себя вместо того, чтобы купить лекарства для больного сына. Терпению мужа приходит конец. Петр подает на развод. Их сыну срочно нужна дорогая операция. Елена устраивается официанткой в ресторан, где ее встречает студент Александр и требует за молчание пятерку по ее предмету. Вскоре Александр узнает, что сыну Елены нужен донор и предлагает свою помощь. Петр продает родительский дом и оплачивает операцию сыну. Когда Елена зашла в палату, она была потрясена. Ее подозрение оправдалось. Донором сына оказался Александр. Я скоро умру. Не надо, ну что вы такое говорите? Ну, перестаньте. Я видел вашего мужа, он заходил. По-моему, он меня не узнал. Скажите, а зачем вы на это пошли? Ну, перестаньте, не казните себя, Елена Васильевна. Ну, кто бы ни был на моем месте, но это судьба. А муж у вас хороший. Вот здесь никому спуска не дает. Лишь бы сыну хорошо было. Вы простите меня, я соврал вам тогда, что он вам изменяет. Ну, я сволочь такая просто. Вы прекрасны. Ну, вот таким меня и запомните, Лена Васильевна.
Алешке с отцом повезло. Хорошо ему расти за его спиной. Я помню. А кто он? Я не знаю. Он умер. 5 лет назад. Погиб в автокатастрофе. Мама все разузнала. Он к любовнице ехал. Она мне потом запретила его фамилию носить. Соболев. Сергей Александрович Соболев. Боже. Ну, вы должны его знать. Он преподавал у нас в институте. Боже. Ладно, что я вам все про покойников-то? Вы простите, я просто устал очень. Уйдите. С Сергеем Александровичем Соболевым у Елены был краткий роман, всего несколько встреч. Но именно он и стал отцом ее Алеши, и именно к ней он ехал в тот трагический день. То есть ее сын и Александр оказались братьями. Саша. Идите. Простите меня, пожалуйста. Идите. Петь, прости меня. Да не за что мне тебя прощать. Тот донор. Это мой студент. Но дело не в этом. Его зовут Александр, и он брат Алёши. Вот это да. Ну, теперь все становится понятно. Я же помню слова врачей практически дословно. Важна не только группа крови, но и генетический тип. И можно искать донора вне семьи, но на поиски уйдет 20 лет. А главное, брат или сестра – это идеальный вариант для донора. Ты понимаешь, я же ему ничего не сказала, но в душе у меня. Да. Ну и как он? Говорят, что со дня на день уже уйдет. Скажи ему. Что? Скажи, скажи. Ну и хоть и семейные тайны, от них одни трагедии. Скажи, может быть, ему это нужно. Елена растерялась. Очень уж непростым был этот совет мужа. Кто знает, как такое известие повлияет на умирающего Александра. Здравствуйте, Елена Васильевна. Лена. Просто Лена. То есть мои дела совсем плохи? Саш, я пришла сказать вам одну вещь. Тебе. Ладно? Твой отец. В общем, он тогда ко мне ехал. Более того, Алешка, мой Алешка, твой брат. Елена не знала, что думать. Александр молчал так долго, что она не могла понять, как он воспринял эту новость. Возьмите конверт. Вот здесь, вот под матрасом лежит. Возьмите. Но откройте его после смерти моей. Молчите, пожалуйста, Лен. Ничего не говорите. Можете уходить. Можете больше уже не приходить. Идите. Лена. Я рад, что Леша брат мой. Через несколько дней Елена вспомнила о письме Александра. На обороте фотографии она прочла «Я вас любил» без восклицательного знака, с точкой на конце фразы. И эта точка вызвала в душе Елены не страдание, не боль, а тихую светлую печаль об ушедшем так неожиданно и странно студенте, родном брате ее сына. Когда болеют дети, мы готовы забыть обо всем.
И кажется, только деньги могут решить все проблемы. Деньги нужны на лечение, на операцию, на лекарства. Но важнее всего – вера. Вера в то, что все поправится, все наладится. Любовь других дает нам силы, чтобы пережить свою беду. Любовь может помочь спасти жизнь вашему ребенку. И помните тех, кто готов ради вас на любые жертвы.